Не так давно в общественную приемную депутата Народного совета ДНР от фракции «Свободный Донбасс» Аллы Бархатновой обратилась мама Антона Кривоноса с просьбой оказать материальную помощь в приобретении дорогостоящего аппарата для проведения операции на сердце ее сыну. Мальчик родился с пороком сердца и долгое время ждал своей очереди на операцию. Будучи в Москве, Алла Бархатнова имела возможность встретиться с директором Московского благотворительного фонда «Помощь детям Донбасса» Натальей Назаровой, которая откликнулась на просьбу и передала аппарат, необходимый для Антона, который был доставлен его лечащему врачу. Порок врожденного характера, то есть сосуд соединяет аорту с легочной артерией. Из-за этого сосуда немножко больше крови приходит в легочную артерию, поэтому страдает сердечная деятельность, страдает легочная деятельность. Дети часто болеют пневмониями. Страдают от сердечной недостаточности, снижена у них возможность выносить нагрузки, то есть хуже участвуют в обществе, хуже могут переносить физические нагрузки, сейчас не спортом не могут заниматься. Суть этой операции – сделать полноценного ребенка, то есть чтобы он мог жить, развиваться, иметь семью, заниматься теми видами спорта, которые он хочет по жизни. Ежегодно в отделении с пороками сердца поступают на госпитализацию порядка 600 детей, которым необходимо лечение и оперативное вмешательство. Но отделение детской кардиохирургии института, как многие другие больницы, сейчас нуждаются в помощи, расходных материалах и особо остро в специалистах. Поэтому операции здесь пока не проводятся. Мы призываем всех неравнодушных граждан принять участие в жизни больных детей и оказать посильную помощь для выздоровления и дальнейшего будущего. Будем надеяться, что эта просьба не останется без внимания, и все, имеющие возможность и желание, примут участие в оказании такой нужной помощи детям. Дмитрий Зиньковский, Алина Боярская, специально для Новороссия ТВ.